Всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики, гости нашего канала. У нас очередные вот две посылочки с сайта AliExpress. Пришли нам с Китая. Так что сейчас вместе с вами их вскроем, посмотрим за посылочки. По возможности протестируем, если будет как. Итак, начинаем нашу первую посылочку. Не забываем подписаться, поставить лайки, писать комментарии. Первый у нас здесь вот такой вот штативчик. Я думал, он, конечно, будет побольше. Потому что был только другой. Так, что у нас здесь собой представляет? Ага, у нас тут вот такая движная вот ножка. То есть это очень хорошо. Таких вот движных ножки. Сверху ничего не выдвигается. Это все дело у нас пластмассовое. Так, тут зажимается, вот эта штука держится хорошо. Так что сломалась, но вот эта вот штука не держит ни камеру. То есть довольно-таки вот прикольный такой штативчик, надо уменьшить, надо увеличить. Становится, правда, ну уже не гнется как-нибудь там удобно. Вот, в принципе, это нам не нужно. Понагнулось. Так, ну качество, конечно, такое вот, на среднячок здесь закручен винтик. Сейчас возьмем нашу рядышком экшен камеру, проверим резьбу. Да, все закручивается, правда, это тоже кручу. Так, все у нас закручивается. Тут будет отлично, вот эта штучка прижимается, чтобы не прикручивается. Так вот ставим. Я такой штативчик сейчас показать не могу. На любую высоту можно поднять. Довольно-таки симпатичный, прикольный штативчик. Сайта AliExpress. Потому что мой штатив сломался. Так, следующая наш. Сейчас откроем следующую нашу посылочку. Так что этот товар могу рекомендовать. На этот товар будет под видео ссылочка. Заходим, заказываем. Так, начинается посылочка. Сейчас быстренько откроем. Так, что у нас здесь? А у нас здесь, ага, вот тут гарнитура. И такой вот, походу, подарочек. Поставка под телефончик. Ну, можно, как говорится, поставить 5 оценочек продавцу. Так, вот такая вот тут у нас моднявая будет гарнитура. Так, это отложим. Bluetooth гарнитура. Что у нас в комплекте? Сам Bluetooth с таким вот наушничком. Вот сам зарядный шнур micro USB длиной, конечно, как обычно, тут коротенький. Да, длина где-то 20 сантиметров, 25. Так, вот такая вот штукенция вешает нас на ухо. Ну, надо будет еще выкатить, ненадежненькая вот штучка. Сюда она так ставится. Ой, не буду ставить. Так, это мне попросили заказать. Вот. Так, вот видим, что уже тут трошки не сходятся. Вот, микрофончик, наверное. Так, здесь у нас микрофончик. Здесь у нас все. Сейчас попробуем его. Так, мануальчик на английском. Ничего нету. Надеюсь, не надо будет. Ага, он, о, подержать 6 секунд. Для sequencer blue. А, и начнет мергать другой этот. Так, что там здесь не нажимается. А, вот так вот вверх, опа. Так что у нас тут загорелся голубой индикатор, да? Так, тут никакой не... А, моргает, вот, моргает, там видно. Я же говорю, вот здесь вот перекрывает. Сам вот этот свет приклеен неровно. Так, что у нас тут по инструкции? По инструкции ничего не нарисовано, где что. Сейчас возьмем наш телефончик. Как говорится, в прямом эфире попробуем его спряжение сделать. Так. Сейчас мы быстренько включим Bluetooth гарнитурку. Так, дополнительные настройки, заходим.
Так, что у нас там засветилось? А, вот какое-то есть устройство HM100. Да, есть сигнальчик, пикнул, подключено. Вроде бы все работает. Так, что? Что у нас здесь на пэде? Made in China, Bluetooth. It's L. Все это дело работает. Заказывал я на заказ. Есть некоторые, конечно, косячки. Здесь вот такой вот. Ну, конечно, такой вот, я скажу вам, дешманский, конечно, такой вот сам по себе. Такой вот дешевенький материальчик. Хотя на картинке он выглядит более богаче. Сейчас мы проверим, как он будет звучать. Сейчас мы наберем номерочек. Ну, я думаю, что будет он все работать, будет работать нормально. Так что ссылочку на это и на этот товар будет в описании. Продукту, конечно, спасибо за подставочку. Вот такая подставочка, конечно. Ставить телефончик. Нет, ну это такое, что никуда не годится. Бесполезная, честно говоря, такая вот подставочка. Смотрите, вот под мой телефон. Вот мой телефончик. То есть поставить. Он вообще ничего не держит. Вообще, как места. То есть бесполезная эта штучка. Так что. Вот такое вот оно. Бесполезное. Это для каких-то маленьких телефончиков. Ну, не пока. И под такие большие, видите, оно все падает, ничего оно не держит. Так что вот эта штука бесполезна. Бесполезный, как говорится, подарок. Все, на этом будем видео заканчивать. Ставим лайки. Ну, пишем комментарии. На все товары будет ссылочка в описании. Не забываем подписаться, поставить лайкосик. Жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропускать будущие наши видео. Так что, всем пока. До новых встреч. Не забываем ставить лайки. Это для нас очень важно. Нам интересно, что вы. Нравится вам, не нравится. Снимать, не снимать. Вот. Какие товары лучше бы хотели увидеть. Может, мы сможем заказать. Вот такое вот. Всем пока, до новых встреч. Бай-бай.